Это же ведь не немецкий народ такой. Немецкий народ-то 94% против, как нам сообщает немецкое же радио. Это значит, руководство немецкого народа такое. Это значит, что немецкий народ снова взяли в тиски фашисты. И не надо ли нам немецкий народ освободить? От этих фашистов освободить? Конечно, Володь, именно так. А что мы еще должны обо всем этом думать? Украинцы нам не враги, но украинцы тоже нация, оккупированная фашистами. Временно. Мы уже работаем над этим. Руководство современной Украины нам враги. Они вооружают нашего врага, у них врагов нет. А как там чувствуют себя талибы? Им ничего не надо? Может, мы Ирану можем чем-нибудь подсобить? Что Ирану-то надо? Одна, что мы могли бы ему дать. А Северной Корее нечем нам помочь, что ли? Ну, для начала хотя бы выставить против режима санкции. Для начала. Для начала, но это должно быть очень быстрое, наверное, начало. Вчера. За которым должно последовать очень быстрое продолжение и совершенно очевидный конец.